Всем привет, сегодня 1 сентября, вот такая погода, как всегда. И сейчас я с Егором и остальными, ну точнее я один иду, но там мы встретимся, идем в Звезду, там будет 1 сентября для третьих курсов, уже третий курс мы. Вот первый курс, когда мы были. Всем привет, короче, мы с ним теперь официально, студенты, представляете? Да, мы идем к своим школьникам, которые Сани и все остальные, они остались. В 8 классе мы идем к ним, давайте. 1 сентября, вот второй. Я. И сегодня 1 сентября, День знаний. Кстати, хочу вас всех поздравить с 1 сентября. Правда, этот видос выйдет недели через 3, сентября 15-го, но неважно. Поэтому с прошедшим вас. Сейчас были на линейке, нам вручили грамоты, точнее дипломы за то, что мы английский нормально так знаем. Народу было до хера первокурсников. Вообще жесть просто. Кстати, со мной Егорка. Да, кстати, поздравляю всех, кто идет там в школу, колледж, куда еще. Так что мы сейчас идем в Звезду. В такую погоду, что будет, непонятно. Так что как-то так. Вот как-то так. Могу за первый курс сойти, ты и я. Да хера народу в этот раз. Очень много. Куда их столько-то? А то еще нас затмят вообще, прям. Обидно будет. Закончилась все эта тема, в Звезде было. Отмечу минусы. Нас завтра не берут на бас, а берут только первый курс. То есть мы когда ездили к Вове там на концерт какой-то, а к Басте нас не берут. Я тоже немножко хочу Басту послушать, хоть какого-то нормального артиста. Что я хотел сказать еще? Нас обделили, ничего не сказали, мы лузеры. Первый курс лучший, о. Про вторых юристов, третьих юристов вообще ничего не сказали, то есть про нас. А, выступали два ноунейма, я думаю, вы их видели. Ну, как обычно, пожелали там учебного года. Ну, короче, нам не понравилось втроем. Вот так празднует третьекурсник свой 1 сентября. Говно, честно говоря. Скажите, какое лучше вам больше понравилось 1 сентября, это или предыдущий? А затем все, удачного 1 сентября и учебного года. Всем пока. Привет, сегодня 4 сентября, 8:30 утра, вчера было 3 сентября, вчера я ходил на Шан-Чи, легенда 10 колец. Короче, фильм вообще топовый, мне очень понравился, даже больше всего дала. Конечно, после Мстителей финала фильм был лучше, и он после Человека-паука 2 вроде больше ничего не уходило, самое офигенное. Рекомендую смотреть даже не фанатам Марвел. Очень клевый фильм. Как будто ходил на сольник про Люкан. Mortal Kombat просто. Какие-то драки. Марвел отныне таких драк вообще не было. На улице вообще холодно, 6 градусов. Просто пипец, ветрил очень холодно. Так вот.
Также в Шан-Чи еще был неожиданный момент, который связан с Железным Человеком. Но это, как бы, я уже не буду говорить спойлеры. Две сцены после титров. Одна прикольная, даже неожиданно, вторая такси. Так что да, такой фильм рекомендую 10. Теперь, собственно, зачем я вышел в 8:30 утра так рано. Мы сейчас идем с ребятами, с теми же самыми, которые были на 1 сентября. Идем во взрослую поликлинику, будем что-то помогать на компьютере, печатать, там, заполнять что-то. Короче, будем помогать в поликлинике. Видимо, работать не будем. Поэтому будем помогать. Насильно нас заставили или нет, это я уже сам не знаю. Мне позвонили, если бы просто Шан-Чи сказали, типа... Ну, я не ответил, потом позвонил, типа, говорят, иди в поликлинику, помоги. Типа по волонтерству. Надеюсь, это зачтется. Правильно? Короче, вот мы в больнице. Сейчас, короче, будем херней страдать. 8 утра, почти в 9. Так что здесь я в больнице, а сейчас я дома уже. Упало. Все туда вводить. Вот больница Нарфоминская. Раз, два, на чиле, на свободе. Ночь здоровья, чтобы вы понимали. Всем привет, 6 сентября. В субботу, когда мы, получается, ходили на эту больницу, забыл сказать, ну, поликлинику, мы закончили где-то 2:30, то есть часа 3-4 там были. Просто вбивали, как сказать, ну я даже не знаю, как назвать, но не важно. Вот. То ли это будет как практика, то ли была как практика, то ли это просто прикол. Я так и не понял. Поэтому мы просто устали и пошли по домам. Я не успел записать. А сегодня 6 сентября, первый учебный год, первый учебный день. Потому что после первого мы не ходили. А сегодня расписание уже поставили, так что идем. 4 градуса. 8 утра. Чисто начали на месте. Обязательно можно. Опа, так вот красиво. Меня зовут. Вот друг сидит. Здорово. По всей школе эвакуация. Где-то там. Так что да.